И всем привет, и мы продолжаем проходить, так сказать, участвовать в корявых приключениях. В прошлой серии мы остановились то, что начали сюжетную линию. И вот сейчас мы будем продолжать. Нам нужно несколько кристаллов, кремень и чаша. Так, не знаю, что бы мы делали без этих модов. А ты где вообще? Я добываю железо. Уже полстака есть. Кстати, да, нам надо железо, очень много железа, потому что здесь очень много руды. Еще. Но я пока уголь добуду, знаешь. Да, уголь добываю, а железо... Не, реально, летучая мышь — это очень имбовый морф, тем, то, что он нейтральный для этих, для мобов. И он может летать, у него ночное зрение, но у него хп мало. Да, даже крипер, если будет, то он тебя шотнет в любом случае. Да даже нет, если... тебя даже зомби шотнет. Ну да. Тыкс. Что у нас тут я еще? Так, что почти не собирал, прикинь. Ой, я, кстати, нашел еще... Да будь не шерсть, ради бога, я хочу изучать тоже этот... Мод? Да. Ну, сейчас я немного металла добуду. Я добавлял, что ли? А у меня меча нету, а алмазный я не хочу тратить. Ну ладно. Да, трать его, какая разница, потом скрафтим. Ну ладно, лично мне скрафтишь. Лично. Еще зачарим. Во. Сейчас главное зомби случайно не ударить. Блин, я в самый низ окунулся. Боже мой, либо это старая версия, либо что я золото, кстати, уже много нашел. Надо взять, короче, точку поставить. А почему-то, кстати, точки пропадают, интересно. Не знаю. Кстати, тоже много металла нашел. Ну, думаю, какие моды, такие эти. Потому что я посмотрел, там реально до хренища металла нужно. Подземелья какие-то. Реально много чего. Еще одни желтые эти кристаллы. А, блин, сколько их у меня уже? 15 аква, 15 аир. Ой, 24 эйр. Аир, пофигу. Так, я короче, нет, полетел домой. Мы очень, кстати, очень далеко свалил от дома. Так я что... тоже. Ты Игнис пропустил. М? Ты Игнис пропустил. Ну, собери их мне. Так, мне нужен еще будет редстоун. Кстати, потом будет можно выращивать кристаллы эти. Эти кристаллы можно потом будет выращивать. По кайфу. Так, я пока... А, у меня есть уголь, я пока железо кину в этот. О, плавится. Так, что мне сюда? У нас, кстати, уже есть железная дверь. Не спрашивай, откуда она у меня. Добыл за это из темницы. Да. Так. Мне еще нравится то, что здесь нет урона, когда я падаю. И она может всего лишь сквозь один блок прыгать. Ну, я имею в виду проходить сквозь один блок. Животное чудесное просто существо. Угу. Я думаю, нам... Бля. Где мои факела? Не, удачно то, что я поставил мод на этот, как его... На рюкзаки. Они очень удобные. Так, а чё, куда мне? Я, по-моему, слишком сильно спустился, нет? Так, там спаунеры закрыты, там тоже. Я уже стак и один с железа добыл. Ну всё, возвращайся домой, переплавливай. Нет, я... кристаллов. Их любимых. Так, что? Так... Ого, здесь столько золота, ты не представляешь просто. Ой, золото, железо. Железо нам понадобится в одном случае, потому что только full армор у нас выйдет почти в стак. Нет, меньше стака, 40. Ну, почти. Плюс инструменты, плюс вся эта, потому что многие ж по-любому эти не добудешь одной железной киркой, правильно? Да. Пуша, тут
Не, реально, это просто удачная сборка, потому что тут все открыто, все легко становится, хотя сами по себе моды сложные. Кстати, тут мобы какие-то новые. О, блин, жаль то, что этот кристалл факу слишком много. А почему здесь динамит? Объясните мне. Ловушка. О, Крипер, привет, блин. Твоя это. Твои Есть запасы. ловушка Джокера, а есть ловушка Крипера, да? Да. Я почти, кстати, каменную кирку сломал, тупо добывая металл и все. Да не ори ты. А она, кстати, на сундук была направлена, понял? И здесь спаун криперов. Лума. Что за лума? Оу! Прикинь, меня этот из Divine RPG пацанчик одну тычкой просто ударил, 2 хп снес. Я еще добавил тучая мышь. Ты не представляешь, сколько их здесь спавнится. Если бы не морфы, мы бы тут подохли. Снежок. У нас очень много сгустков слизи, у нас очень много всего просто. Это можно изучать реально бесконечно. Железный нагрудник, одни укорн, фу, блядь. Огнеупорность 1, Короче, ШП 1, прочность 2. я улетаю домой, потому что, ну, прям реально уже дофига добыл. Ай. Железная конская броня. Мне уже это все складывать нечего, у меня уже второй этот забит. Рюкзак? Что-то пинг у меня поднялся, чересчур. Так. А где рюкзак? Я его стырил. Спасибо. Но мне он сейчас важнее. Ну Так. ладно, поверю. Да, тут очень много всего. Прям просто глаза разбегаются. О, я испугался, что у нас дом горит уже. А, да? Сейчас Нет, я... просто факт. Кстати, летучие мыши пофигу на урон от падения. Вообще как. Подожди-ка. А, мне показалось алмаза. Телепортируйся ко мне, пожалуйста. Возьми кирку, очисти инвентарь. Телепортируйся ко мне, умоляю. Что там? Вот и телепортируйся. Но лучше в виде летучей мыши, ибо тут очень много криперов. Вот просто телепортируйся. Сделай железную кирку только. Ну, О, только дай переплачу. обсидиан. Адская комната. Блять, я здесь могу вечно провести. Давай быстрее, а. Терпение. Так, вот так. А чё за железо падает? Звуки какие-то. Не знаю. Давай, иди сюда, телепортируйся быстрее. Мне уже на другое место отправиться надо. Понимаю, но я железо просто так не сделаю. В смысле? Ну вот так вот. В Мне печь? падает кусок. В печке этот железо плавится мое. Надо найти бамбук, чтобы сделать железные инструменты. Ну пофигу, потом это посмотрим, что там это. У меня инвентарь забитый, понимаешь? Тогда просто телепортируйся ко мне, забери у меня все, что у меня есть, и отдай дальше сам. И скинь мне железную кирку. Ее нету, мы не сделаем железную кирку, ты понимаешь? Смысле? Там падают кусочки железные, это звуки. Напиши в этом звуки, прям вот так вот напиши звуки. Сейчас, подожди. Вот так вот напиши сейчас. Вот так вот Подожди. напиши. Подожди. О, счастье мое. Лопату я сделал. Сейчас, подожди. Ты чё? Да я свое счастье добываю. Я тебе чё сказал? Принеси мне железную кирку и вали отсюда. Так, подожди.
Вот так вот. И печка, допустим. Допустим, печка. Допустим, металл. Где там еще? Смотри, смотришь, да? Смотри. Ой. Опа, да? Да. Добыли. Но он же, по идее, добывается или нет? Или мы только зря его переплавляем? Нет, он там... Мы его не зря переплавляем. Нам в любом случае надо, типа... Из этих кусочков железа мы делаем нормальный железный. Добывай как можно больше, и будет как можно больше железа у нас. Нам просто нужно найти сакуру. Нам надо найти сакуру или же бамбук. А, давай, у нас крылья на ходу, давай просто отправимся и все. Давай. Сейчас, подожди. Только дай... На, возьми этот, как его. Иди сюда. Я тут, я взял. Возьми два рюкзака моих. Очисти их, пожалуйста, кинь себе все в инвентарь. Дай мне получше, у меня просто места нет. Ну пофигу, давай, отправляемся домой тогда. У меня метка главное благо стоит на доме. Так. Надо дома все скинуть. Так, вот так. Че, дай? Я дома уже. У нас инвентарь забит. Да не, просто ты всякое говно таскаешь. Ну правильно, чтобы было. Действительно. Угу. О, кстати, пока у меня есть этот. Только не выкидывай мне ничего, там мне все надо, понял? Угу. Давай, иди домой. Я хочу, чтобы ты отдал мне мои рюкзаки. Я хочу попробовать скрафтить эту шняку. Где красный блок? Вот он. Так, вот так. Так. Что там мне говорилось? Мне говорилось сделать... Взять три кристалла, да? Угу, любые там, если ошибаюсь. Да, любые. А как их, типа, в крафт кидать? Рандомно или пофигу? Сюда не ложить ничего, кроме кристаллов. Я понял. Так, ну типа, так, потом чашка. Дай, скинь мне гравий, скинь мне этот, как его, кремень. Сейчас. Его нет. Как его нет? А, я здесь нашел. Так, вот так. Вот так, по идее, чашка, и сверху, по идее... Ну, я помню, там еще... Во, светопыль. Целос Мондес. Что это за шняга? Это магическая пыль, пыль Софии. Так, ну, я ее сделал, я выполнил. Так, вот так, вот так, вот так. Ну, типа, сейчас лягу спать. Лег. Дай мне тоже поспать, ты чё лег? Ага. Что ага? Бери, спы. Смешно. Так. О, давай, короче, на сакуру. Охота на сакуру у нас, короче, сейчас. А ты... Нитки у тебя же есть, да? Да. Скрафтить кровать вторую? Ага, как я тебе скрафчу, если у нас шерсть закончилась? Так нитки как бы так. Да, но только тут 5 ниток. Ладно, плевать. Нужно еще 3 нитки, я сделаю тебе кровать. Дай мне это тоже ступницу. Ступницу дай. Кого? И что там? Еще это дело, там кристаллы. Я все кристаллы скинул туда. Вот у нас тут еще один кристалл. Я его сюда стрелял. Откуда у нас дернск? А, нет, это этот. Это хрень. Так. Стоун, да, есть у нас? Что?
Редстоун. Редстоун в этом ящике. А, на. Мне тоже сюда надо все скинуть. Тут очень много лута. Тут очень много лута, прям неимоверно. Я И тоже улетел. еще один сундук сейчас сделаю, чтобы скинуть сюда просто все, что у меня есть. Так, топор у меня есть. Потом динамит на всякий случай. Так, возьму этот. Да. Кремень у тебя? А, нет, ты ж мне... А, нет, вот кремень, сейчас тебе скину. Ты взял? На, я, короче, уверстака скинул. Нам, кстати, вода нужна, слышь. Ну, просто 7 этих возьмем тогда. Давай, делай быстрее, да, до почапали. Блин, я же ж не могу спать, пока ты бодрствуешь. Косяк. Кстати, чё там у нас с дневником? Ну, я выполнил. Подожди, там, по-моему, еще одно задание было. О, кристаллы обязательно должны быть... Сделав все правильно, я в результате получил странную светящуюся пыль. После я посыпал ею Как она называется книжную еще? полку, но сон... Так, книжная полка, книжная полка. Так, где моя пыль? А, вот моя пыль. Хо, Как она странно. называется? Скинь хотя бы один кусок мне в инвентарь. Кого? Целос Мундуса. Чего? Он у меня один. Ну, кинь мне, я потом тебе скину. А, Та Салис. там чё, крафт обязательный нужен или чё? Я не понял, у меня не крафтится. Хотя книга у меня есть. Смотри, она крафтится как? О, посери... Я Эрстоник. Нет, смотри, посередине... О, давай я тебе, короче, покажу этот крафт на этом. Как его? На рюкзаке. Так, вот так вот. Потом... Ну, думаю, ты поймешь. Я уже Вот сделал, так не вот. надо. А, ну ты муди. Потому что этот, я Арестован просто не добавил. Да. Все, почапали. Бывает. Но нам нужно Сайлас Муденс на этот, как его, на книжную полку как-то. А, Там на крафт нет. обычную книжную полку, на обычную. Поэтому я сейчас иду убивать коров. Нам надо сделать каждому по одному. Еще мне надо лечь хотя бы на кровать просто поспать. Жестокий ты человек, однако. Давай так. Полетели за Сакурой, а по пути коров на мутузим. Скажи, кому сейчас легко? В смысле? Ну вот ты сказала, что я жестокий человек. Незерит кирпичи, да? Ну, крипера нашел. Все, почапали. Куда? Поход, блин. Ну, я уже в нем. Я из-за... Я тебя ненавижу Что? порой. Ну. Я ждал, пока ты соберешься, пока это случайно с их склянку убрал не туда. С водой. Да, ты ко мне и все. Я тут заодно Игниса добываю. Ух, блядь, какой же красивый биом. О, как много коров, отлично. Да, кстати, много коров тут. Так. Тэпнись-ка. А у меня тут тоже много коров. Да? Угу. Так. Нет, тут реально много коров. Большой пинг у меня. Не нравится мне это. Боже мой, я когда-нибудь реально перемену бы роутер сраный. Да не, просто... Просто смотрит TikTok Full HD разрешение и вдобавок еще загружается, поэтому инет. Я странника нашел, но он что-то убегает от меня.
Не надо убивать его. Я... Почему тошнота? Я убиваю животных, у меня тошнота пошла. А у меня тоже такая фигня была, когда я свинью убил. В каком-то из мирах. Тут сауна или что-то такое, я не понимаю. Целебные... Прикинь, тут целебные источники есть. Mm. Я в него упал, у меня сердце, ну, ХП зарегенило. А, это я знаю. Это я знаю. Так, у меня уже 8 шкур. Блин, в прошлом мире знаешь, что было самое классное? Чего? Мы заспаунились рядом с магическим деревом. А что это? Большую энергию дают эти деревья. Да, класс. Короче, на книге нам уже точно У нас хватает. Растут какие-то растения в протезах, понял? Это работа пикси, похоже, или это дома пикси, хер их знает. Вообще не понимаю, что тут в некоторых модах работает. Так. Не, меня прикалывает то, что тут разноцветные деревья такие. Расщелины у нас тут, кстати, огроменные. Сколько же здесь руды, сколько же здесь материала для изучения-то, а? Так. Но с летучими мышами, с драконом нет резона сражаться. Да, это очевидно уже. Это вантапы просто. Тут огроменные да даже не деревья, вантап. Блядь. А вон, да, блядь, я только говорил про драконов, а вон полулево расхреначить. Далеко от нас? Да, далековато. Но тут, кстати, понял, какое-то здание интересное. Из стога сена. Пол из кирпича, а этот из стога сена. Почему? Тошнота. Знаешь гриб Висмор? С Таункрафта. Как раз таки этот гриб. Я с модами не играл раньше. Розоватый такой гриб. Ну да. Ну вот, короче, это благодаря нему такая фигня, ну тошнота. Да. Можно пользоваться бесплатно. Что? Что ты сказал? Я не слышу, ты же лагаешь, не забывай. Я знаю, просто это так забавно было. У меня горит, потому что... Закидываться бесплатно. А, ну пока. Меня что-то за жопу укусило. Так чё, клещ? А, я забыл, это этот, как его. Я ж забыл то, что здесь... У меня, кстати, 11 кожи. Я шерсть, кстати, нашел. Я тоже. У меня уже 38 кожи. Я убийца. Но я же говорю, ты жестокий. Ну, кто сильнейший, тот и выживает, как бы. Сказала летучая мышь. Да. Ой, кожа упала. У циклопа, кстати, не так уж и много ХП, так что я его завалил. Циклоп, который понял, из Ice and Fire, ух ты, это реально работа пикси, мне кажется, я сломал ее. Ну, я тоже сломал, я ничего не добыл такого. Ну, она красива, кстати, прикольно. Угу. Наград. Кстати, там... у меня 7 шерсти, на кровать тебе хватит. Сейчас я в поисках 4. Сакуры. Я ее нашел. Там очень много бамбука. Тут просто страна бамбука. Ну, я сейчас к тебе приду. О, фига у нас полянка теперь красивая. Капец, это так красиво. Давай. Сказала летучая мышь, опять же. Угу. Ночным зрением. И с ультразвуком добавок. Нет, ультразвук это Диму. Ну да. Чё по времени вообще? Эх, завтра на работу, так не хочу. Сказала летучая мышь. Летучая мышь бармен, да? Да-да-да-да.
Не, но этот мод, кстати, реально на реализм заточен. Пом-пом. У нас сундуки все переполнены. Короче, сделаю третий этаж. Нет, не третий, все просто сделаю в сундуках. Так, я Ебать, это такая огромная... Это, знаешь, это просто как страна. Да, будь это как... весь остров. Телепортируйся ко мне и открой карту на М. Пожалуйста. Я не могу Часть, это передать словами. Да, я понимаю эту радость. Мне просто интересна твоя реакция. Сейчас, секунду. Ай, ТП, юти, братяшки. Так. О, прикольно, кстати, это выглядит. О. У меня уже два Коста. Стака бомбы. Красота, лепота, а также дикие фрезы и дикий пинг из этого бамбука. Не, но кайфово то, что самый низ ломаешь, весь бамбук падает. Тогда, так и в новых версиях также. А ты еще руки ломаешь? Я с топора ломаю. О, я топор с собой не брал. У меня металлический просто нашел. У меня каменный. За секунду ломается просто. Да, я сейчас поставлю тут метку. Сейчас. Да ну, по карте можно определить. Джапан напишу. Действительно. Да, этот же телеп... Это чтобы не лететь, а телепортироваться сразу. Да, жаль, что этих панд нету. Да, ну, в следующих версиях. Мне кажется, надо то, что разрабы просто берут эти моды, вставляют в игру и говорят, что у нас новое обновление. Тогда. Вторая рука, как ты думаешь, где-то взята? Кого? Вторая рука. А, раньше это мод был просто? Да, это мод был. Раньше ты мог в две руки поставить лук и стрелять. До сих пор он есть. Этот мод. Так, сейчас. Я собрал, даже не заметив это, сколько? Три стака бамбука. Я сейчас вылетел. И осколки глаза циклопа, что из них сделать? А я в траве застрял, прикинь? Нет. Хоп. Тут, кстати, тоже семена какие-то есть, мне выпали. Так. Что это за семена? Интересно, однако. Сможешь сделать эти, как его? Да. Шкафы всех видов, пожалуйста. А, нет, я не смогу. Ну, не всех видов, хотя бы просто пару шкафов. Сейчас я даже скажу, какие. Так, здесь убираем. Сейчас. Возможно. Круто. Кстати, прикольный вот этот Japan мод. Мы тут можем сделать, я так думаю, стали можно сделать из обычного металла. Ну, вот да. Как железный слиток, как ты делаешь? Из Iron. А, понял. Кровать кошмаров. Что это за херня? Запрещенная дверь. Тут много чего. О боже мой. И не... Знаешь что? Ящики тут есть. Чё? Знаешь, сколько у нас железа вышло? Из стака железа. Очень мало, я знаю. Ну, сколько примерно по твоим расчетам? Ну, штук 15. Показать сколько? Сколько? Лови. Это где? Вот они тут лежат. Вот. Вот он, на лестнице внизу. Понимаю. Сказал летучая мышь. С таким невозмутимым лицом. Но зато теперь хватает на железную кирку. О, боже мой, ты представляешь, из стака железа, стака. Ну, благо оно выпало хотя бы.
Смотри хоть какой-то стороны. Так, сейчас, подожди, не отвлекай меня. Я хочу сделать полочку для зелий, для всей такой фигни. Я хочу приукрасить. Так, не шебуржи там. Стол об... Что это? Отделка из тропического дерева. Отделка. Так, палка и доски. Подожди, подожди, подожди. Так, палка и... Ади дерево, все. А где у нас все дерево? Мне кто-нибудь расскажет? Нет сегодня такой секрет. О, я понял. Че ты там бьешь без меня, а? Че, нельзя? Нет. Почему? А как же с другом поделиться, а? Ну хочешь, на. Не. Нет, я уже не хочу. Ясно. Так. Я так думаю, надо сделать так. Все, пи. Так, теперь. Сейчас, подожди, давай сделаем эти. Типа. Ради бога, пожалуйста, усни. Так, а где весь мой этот? Вот так вот. Плюс вот так. Плюс. Вот так вот. А где моя книжечка для снов? Не знаю, я свою забрал. Я куда-то положил, видимо, случайно. Так, у меня 7 книг теперь. Так, вот так. И вот так. Это, я думаю, сделаем на третьем, ну, на самом последнем этаже. Так сказать, на чердаке. Блять. Я потерял свою книжку. Бывает чё. Или куда-то, скорее всего, ты его вставил. Нет. Нифига, наверное. Она... Таумикон... Что, блядь? Тауманикон. Тауманамикон. Тауманамикон. What the fuck? Классная Первые вещь. Шаги. Вы еще не начали это исследование. Кто бы мог подумать, что небольшая горсть пыли сможет создать эту чудесную книгу? Она... Да подожди, заткнись. Она по большей части пуста, но уже намекает на новую мощную формулу магии – тауматургию. Нихуя себе. Для начала нужно изучить тот магический мир, что был показан мне. И для этого понадобится особый инструмент – таумометр. Это просто издевательство для людей, которые заикаются, особенно для таких, как я. Так он зовется в книге. На обычном верстаке невозможно сделать подобные предметы, поскольку магические силы, которые я должен направлять во время них, создания требуют осторожного обращения. Но если посыпать обычный верстак пылью, понятно, это решит проблему. Книга научила меня подходящему заклинанию, поэтому это не должно составить особого труда. Чтобы отслеживать свой прогресс, я буду записывать список всех требований, которые необходимо выполнить на первой странице каждой новой записи. Уф, ёпта. Ради бога, терляш спать. Существует два основных... Ладно, утром прочитаю. Две летучие мыши живут в особняке. Так, всё, да. Помолчи, я людям читаю. Существует два основных типа знаний – наблюдение и теория. Они подразделяются на основные категории исследований, такие как алхимия и изобретение. Наблюдение – это те заметки, которые... открытия, которые вы делаете в мире путем сканирования объектов. Практически наблюдение часто помогает понять, как работает та или иная вещь, а сохраняя полевые заметки таких наблюдений, вы постепенно создаете прочную базу знаний для дальнейшей работы. Теория — это способ познания... Ну, это, короче, просто нормально все. Где бумага? Она вся у меня, я ей жопу подтирал. Подожди. Понял. Развиваясь как таум... Сука, какие же сложные слова.
Тауматург, я не могу рассчитывать только на изучение окружающего меня мира или нахождение древних знаний. Мне нужно совершать собственные открытия и расширять свои знания с помощью экспериментов. И единственный способ делать это – создавать собственные теории. Мне необходимо подготовить удобное рабочее пространство для проведения своих исследований, а также запастись бумагой, чернилами и перьями. Нужно создать письменные принадлежности и поставить их на стол. Я где-то посеял свою книжечку. Кстати, тут еще и задание. Неплохо. Видимо, все, мое выживание закончилось в этом с этим модом, потому что я посеял где-то книжку. Нет, это моя книга. Я не могу ее найти. Может, в рюкзаке у тебя? Да, кстати, где мой рюкзак? Понял. Нет, на, вот один твой рюкзак, на. Но он пуст. Сколько мы можем сделать это? Сегиганы, что? Сейчас, подожди. Нам очень-очень-очень много надо будет железа. Много-премного. Да. Так вот твой этот придурочный. Где? Рюкзак. Книга, может? А, нет, это мой рюкзак. Я его случайно скинул. Так. Так. О, кстати, мы можем сейчас сразу выполнить одно задание. Кстати. Дай бумагу, которую ты потираешь. На. И дерево. Одну только? Да. Ну, ладно. Ну всё, на, что на, у тебя на, есть. На. О. А дерево? Что мне надо? Мне надо сделать верстак. А где мой топор? Кто-нибудь мне расскажет сегодня или нет? Где, бля, мой каменный топор? Я знаю то, что это ты его стрельнул. Ну только зачем мне, если у меня железо? Кстати, у меня тоже некоторых предметов нету. А это не пикси случайно, нет? Я пошел гасить их. Я это сейчас только понял. Правосудие. Дома, все. Моя рука правосудия начинается. Сдохни, тварь. Ля, какой злой. Да потому что мое выживание, скорее всего, с моим любимым модом закончилось уже благодаря ним, этим тварям летающим. Какой ты злой. Рука правосудия, все. Видимо, закончилось. Теперь что мне надо? Мне надо сделать верстак и посыпать его нано-солью. Так, а где редстоун? Вот редстоун. А я-то думаю, что у меня руки пропадают предметы. Рюкзак мой пропал. В смысле, ты его сам крафтил? Нет, ты, который мне дал. Так он у меня. А, да? Нет, ладно, в смысле, я ж тебе скинул один. Да, ну ты скинул мне. Ну, книгу, значит, они все-таки сперли. Так, это надо три разных вида, так что давай сюда зеленый бахнем. Кстати, у нас реально много этих кристаллов. Так. Так, все. Так. Первые шаги, это понятно. Ох. Какой классный новый интерфейс. Это знание, это понятно. Письменные принадлежности. Пляный пузырек. Ну, как, в принципе, как раньше крафтил. Стол исследований. Ну, понятно. Чё? Новый крафт стола? Лё какой. Так, чё в книге написала? А, ты сделал завершить. Это... О, опыта дали много. Наблюдение основы. Прогресс. Теперь в моем распоряжении есть мистический верстак. Он очень похож на своего обычного собрата и даже может использоваться как таковой. Однако у него есть несколько значимых отличий. Во-первых, большинство магических рецептов будет требовать использования тех кристаллов, что я находил в последнее время. Они нужны для фокусировки магической энергии, которую необходимо направить в создаваемые предметы. Виз
Так называет эту энергию книга. По идее, она должна быть везде, но пока я могу ее но пока я не могу распознать ее или измерить. Пора мне создать таунометр и использовать его для изучения окружающего меня мира. Он должен и... Блять, он должен помечать те вещи, которые мне нужно изучить. Справа я поместил закладку с его рецептом. Да, хреново, когда заикаешься. Короче, нам нужно 4 золота и стеклянная панель. Дай дерево. Чего? Дай дерево. У меня 4 штуки все. Досок. Ну дай. Дай мне золото, слышь. Золото? Я что, добывал золото? Да. Ты мне говорил то, что дохрена золото добывал. У меня железной кирки нету. А зачем ты говорил то, что ты добывал золото? Я говорил то, что я не могу их добыть. О, тут карри можно сделать. Так, мой песок не трогать, ясно? Да, ладно, ладно. Письменные принадлежности можете оформить? О, ты стол сделал. А как ты его сделал, кстати? Легко. Подожди, я не понимаю, как сделать стол, магический верстак. А, Салисмундус пришел, чпок. По-другому крафта делается. Как? Нет, просто берется верстак, а на него нано-соль. Так, что мне там надо? Вот я поставил чпок. Обычный чпок. Верстак, обычный. А, ну все равно это все дальше пригодится. Скинь мне. Понял. А, ну ладно, пофигу. Так. То? А я могу эту книгу поставить? Да, она ставится, понял. А он выпал? Подожди, он у тебя где? Он валяется где-нибудь? Ты дебил? Чё? Кстати, а он реально пропал. Забавно. Угу. Так. Превышено время ожидания. Понимаю. О, у нас синенькие растут. Или кабачки, что это, понять не могу. Приключения начинаются. Так, он выпал у меня. Так, все, я стал обычным наконец-то. Давай, короче, знаешь, что сейчас сделаем? Чего же? Наверное, на этом мы серию можем закончить. То есть приключения вот-вот начинаются, по идее. А пока люди будут ждать следующей серии, мы обустроим домик наш. Как думаешь? Можно. Ну, так что давай прощаться. До свидания. Я сразу... Ё, ебать, ты так хладнокровно попрощался, типа. До свидания. Я не пикси, сдохну ты. Не обиделся. Чисто пикси этот. Знаешь, этот мем раньше был, голубь упал и разбился. Да-да-да-да-да. То чувство, когда пикси спиздили вещь. Утопить аж хочется. Кстати, смотри, каким я могу стать. Мелким чмурем. Ну, впрочем, как-то и в жизни, да? Блин, а это было действительно обидно. Не, ну смотри, чмырь, ты сам сказала, я имел в виду только мелкий. А, понял. Да. Сейчас, подожди. Сейчас, я хочу на этот. Где? Пикси летают. А где тут флаг? Уничтожь, бей, бей их. Да что за агрессия? Ладно. Вот они. Убить. Мышь нападает. О, из них эта пыльца выпала. Салисмундус мой. Ладно. Они только что украли меня. Всем пока, ребят. До новой... Блять, до новой версии. До новой серии. Давай, передай пока. До свидания. Уничтожайте пикси. Они запомнят твои слова. Все, всем покедова. До скорых встреч.